Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми, знакомиться с их автобиографией. Габриэль Рэй, Габриэль Элизабет Клиффорд Кук. Британская театральная актриса, танцовщица, певица, наиболее известная по ролям в музыкальных комедиях эпохи короля Эдуарда. Считалась одной из самых красивых актрис на лондонской сцене и стала одной из самых фотографируемых женщин в мире. В первое десятилетие 20 века она сделала хорошую карьеру в музыкальном театре. После неудачного замужества вернулась на сцену, но так и не вернула себе прежнюю славу. Позже боролась с депрессией и провела последние 37 лет в психиатрической больнице. Данные я беру из Википедии. Габриэль родилась в 1883 году в Стокпорте, в районе Манчестера. Была четвертой дочерью торговца железом, а также мирового судьи. В 1893 году, в возрасте 10 лет, впервые вышла на театральную сцену, появилась постановка «Майами» в Лондонском театре. В 1903 году на нее обратил внимание крупный театральный деятель Джордж Эдуардес, благодаря чему она стала звездой. В 1912 году Габриэль объявляет о своем уходе со сцены, чтобы выйти замуж за Эрика Лодера. Однако брак оказался крайне несчастливым. За ним последовал развод, который душевно потряс Габриэль. Она считалась одной из самых красивых актрис на лондонской сцене эдвардианской эпохи и стала одной из самых фотографируемых женщин в мире, супермоделью начала 1900-х. Только за 1910-1914 годы было выпущено более 1000 разных открыток с ее фото. Ее образы на фотографиях очень характерны для того времени. Возможно, сейчас ее бы назвали иконой стиля, поскольку, несмотря на рискованное амплуа, она сумела избежать и тени вульгарности. В 1915 году она пыталась вернуться к славе и вернулась на сцену, приняла участие в мюзикле «Бетти», а в следующем году в ревью «Летающие цвета» на лондонском ипподроме. Это были ее последние выступления на сцене театра Вест-Энда, и в следующие 10 лет она будет появляться в варьете и небольших спектаклях, окончательно покинув сцену в 1924 году. К концу карьеры Габриэль боролась с депрессией и алкоголизмом. В 1936 году после нервного срыва она была помещена в психиатрическую больницу, откуда никогда не выходила и где прожила почти 40 лет. Скончалась в 1973 году в санатории Холлоуэй в возрасте 90 лет и была похоронена на кладбище Энгфилд-Грин. Завещание она оставила около 17,5 тысяч фунтов стерлингов. На ее месте рождения установлена синяя мемориальная доска. Такое описание из Википедии я нашел у британской театральной актрисы, танцовщицы, певицы, которая наиболее известна по ролям в музыкальных комедиях эпохи короля Эдуарда, Габриэль Рэй. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.